меньше возможностей для набора очков. Ману Джиноби тем временем думал зарядить из-под кольца. Почти полностью скамейка работает у Спёрс. Только Тим Данкан остался. Борис Кодиао. Омер Ашик блестяще накрывает Тима Данкана. Разгоняет. У нас получается первая четверть. Всего 27 набранных очков. Причем такое ощущение, что команды... Они не то чтобы здорово защищаются. Там движение игроков достаточно грамотное, особенно Антонио. Ману теперь будет отвечать с помощью Тима Данкана или Дэнни Грина. Грамотно защищался Патрик Беверли без фола, что самое главное. Ох, Омер Ашик! Как же грамотно! Значит, все могут обострить. И есть вот этот парень. Оу, не забил из-под кольца, сопротивление Машика. Шанс.